вижу их! Давай скорее выведем их из строя!
получилось! Молодец! Бомбардировщики здесь! Следуй за строем бомбардировщиков! Не подпускай к ним истребители! До запроса, Уилсон! Приготовься изумиться! Потеряли бомбардировщик! Они должны долететь до крепости, иначе все пропало! Я знаю, я знаю! Сукин сын! Нас подгребали! Он на нас навелся! Ну так уводи нас! Шлют истребители! Все целы.
Птичке пришел конец. Она зарылась носом в землю на ничейной территории, полумили от того места, где меня сбили. Уилсон, бедняга, не выжил. Но что поделать, это война. У меня были более насущные проблемы. Хорошо, что я еще не разучился стрелять. Подстрелив несколько немецких штурмовиков, я продолжил путь на запад, к нашему фронту. Между мной и британским фронтом были немецкие окопы, немецкие орудия и еще половина Берлина, не меньше. Сидели и пили чай вместо того, чтобы обстреливать немцев. Но мне все еще надо было успеть на нашу сторону, пока орудия не заговорили снова. Lass mich fest, verstärke mich unterwegs! Heile!
Да.